Завершилась реконструкция еще одного участка трассы М7 «Волга» возле села Никольское в Ядринском районе. Специальная комиссия накануне оценивала объект. 2 года назад, к моменту начала реконструкции, дорога на этом участке была узкой. Как говорят дорожники, она принадлежала к так называемой второй категории. Была двухполосной. Сейчас ее категорию повысили. Она стала 4-полосной с разделительным ограждением. Словом, участок здесь расширился. А у дороги появился путепровод сверху. Развязка с 5 съездами и другой, арочный, снизу. Такой вариант должен сделать движение безопаснее и увеличить пропускную способность на участке. Основное требование – это безопасность движения. При двухуровневой развязке ДТП практически в одном уровне исключается при пересечении автомобильной дороги. Это двухуровневый, чтобы поверху шла автомагистраль, и местные жители могли по нижней части спокойно, беспрепятственно, без пересечения дороги с высокой интенсивностью, перейти в другую деревню, переехать. Исходя из требований безопасности, дорожная разметка нанесена термопластиком. Здесь также установлены сигнальные столбики, фонари, современные барьерные ограждения. Реконструировали тот участок дорожники из «Чувашавтодора» и «Дорис». Применяли инновационные конструкции и материалы. Комиссия осмотрела весь участок. По ходу проводила замеры, проверяла ширину дороги, обочин, уклоны проезжей части обочин, испытывала сцепление покрытий. В итоге комиссия приняла объект.